Свой визит в Бобруйск Игорь Петрышенко начинает с красного пищевика. Кондитерская фабрика – флагман отечественной пищевой промышленности. В экспортной корзине около 20 стран. От России до Канады первый в списке цех по производству зефира. Этот продукт самый популярный в линейке предприятия. Вице-премьеру показывают весь технологический процесс. Только зефиром ассортимент не ограничивается. Здесь также выпускают халву, мармелад, мед, дрожжи и рис-конфеты. В условиях санкций красный пищевик открывает для себя новые рынки сбыта. От пищевой промышленности к легкой. Следующая остановка в рабочем визите – фабрика «Славянка». Бобруйский бренд, который одевает уже не одно поколение горожан. Игорь Петрышенко презентует новые модели школьной одежды. Выполнены они из трикотажа, также популярны хлопчатобумажные ткани. Главный козырь предприятия – соотношение цены и качества. 7 апреля в Национальном центре красоты в Минске проходила выставка, демонстрация новых моделей школьной одежды. Там были различные производители и торгующие организации. Все оценили по достоинству и присудили первые места в основном нашему предприятию. Мы сейчас ждем конкретных заявок уже с учетом наступающего школьного сезона. Знакомится вице-премьер и с образовательной системой города. В качестве примера третья гимназия. Гость заглянул на открытый урок в STEM-класс и оценил спортивную базу учреждения. Тему спорта продолжают обсуждать уже в Бобруйской арене, одной из самых крупных ледовых площадок в стране. Заходит тема и об отстранении белорусских спортсменов от участия в международных турнирах. Игорь Петрышенко заявляет, государство будет парировать недружественные шаги различных федераций и отстаивать интересы наших атлетов. Мы говорим о том, что надо более активнее зарабатывать менеджменту соответствующего этого комплекса внебюджетную составляющую для того, чтобы мы могли часть денежных средств, которые тратит местный бюджет на содержание вот этой крупной инфраструктуры, мы могли направить на решение других социальных проектов, в которых нуждается город Бобруйск. Это и образование, и медицина. Как раз с бобруйской медициной вице-премьер знакомится в ангиографическом комплексе больницы имени Марзона. Последней остановкой в визите становится 84-й детский сад. Рассчитан он на 240 мест. Общая площадь более 2000 квадратных метров. Игорь Петрышенко заглядывает в комнату для секции, бассейн, музыкальный, гимнастический и спортивный залы. Год исторической памяти и празднование Дня Победы также стали темами визита. В частности, вице-премьер проанонсировал, как страна встретит 9 мая. Запланированы шествия, возложения, посещение мемориальных комплексов. Завершением станет галоконцерт в Минске на площади Победы. Максим Кемель, Дмитрий Шевцов, Бобруйск 360.